Привет! Привет-привет! Вы на канале в гостях у Лисы Егора. Еще не я буду открывать киндер-сюрпризы. Киндер-сюрпризы будешь открывать? Да. А что ты потом с ними будешь делать? Потом я их буду собирать и я давать Алисе. Но мне просто интересно узнать первым, что там есть. Ну давай, посмотрим. Сколько у тебя киндеров? У меня киндеров... 6. 6 киндеров? Ну, расскажи, что там за киндер это? С какой серии там? Или с какого мультика? Там есть 2 киндера с кунг-фу панды. Кунг-фу панды 2? Ага. Еще какие? Есть вот такая вот игрушка вот какой-то вот фирмы. Это что? Вот тот еще. А, это Animal Planet. Это да. Про животных. Там, наверное, как медведь будет или еще кто-то. Это канал такой есть, Animal Planet, про животных. А еще что там есть? Вот есть забавные сюрпризы для мальчиков. Ну, это какие-то интересные киндеры. Ну, посмотрим, что там за сюрпризы и для мальчиков. И последний от Маши и Медведя. Последний? А, это мультик Маша и Медведь. Ну, давай. Ну, давай, наверное, сначала забавные сюрпризы откроем, потому что таких мы что-то еще не видели киндеров. Какие-то интересные они. Что там за сюрпризы? А потом будем открывать другие. Ну что там ой, у нас? Ой, мне дырка-то провалилась. Это яйцо, наверное, вылупляется. Сейчас птенец оттуда вылупится. О, прикольный оранжевый такой этот, да? Нифига. Я такого еще не видел, да. Ну-ка, давай посмотрим, что там внутри. Вот тут есть. Что там? Тут стикерс какой-то маленький. А что там такое? Тут вот мини-инструкция. А, это машина какая-то? Ну давай, собери машину. Это какой-то грузовик. Так. Ну что я беру вот эти колеса? Прицепляю. Поймешь, как его собирать? Вот эти колеса прицепляю их вот сюда. А, ну-ка давай. Так. Так, еще беру колеса, прицепляю их теперь сюда. Ну понятно. Короче, грузовик, основание, две оси с колесами, кабина и кузов, да? Прикольный грузовик. Алиса будет играться. Угу. Алисе это уж точно понравится. Кабину да, собрал? Ау. Так-то. Сейчас собрал кабину. Теперь вот это вот. Вот это прицеплял сюда вот. О, прикольный грузовик такой маленький получился. Самый маленький грузовик, который у нас сейчас будет, да? Вот. Ну-ка покажи. У него даже это двигается. О, даже открывается, прикольно. Да. Ну, это есть. Песочница Алиса будет играться с ним, да? Да. Будет песок насыпать и играть. Ну, давай дальше, что там еще? Давай там еще один забавный сюрприз и потом другие. Для пары нужен еще один грузовик. Может, для коллекции. Может, там не грузовик, может, там что-то. Давай посмотрим, что там еще есть. Ой! Опять вылупился птенец. Ой, вылупляется птенец. Опа, прикольно вообще, а тут розовый. Офигеть. Интересно, Алисе только желтые просто все попались. Прикол. А тебе попались и оранжевые, и розовые. Ну-ка давай посмотрим, что просто там. Просто прикол, тут еще нет. Почему-то розового цвета для мальчика. Как тут классно. Оба-на. Ничего себе, там мотоцикл, какие-то мелкие детальки. Ну-ка давай, собери, посмотрим. Это точно мотоцикл? Мне кажется, самолет какой-то. Нет, это мотоцикл, да. Мотоцикл? Да. Ну давай, собери. Разберешься, как собрать? Ну тут сначала беру, походу, эту щедушку. Ничего себе, там сколько много деталей мелких. Не знаю, ну тут как это. Ну да, ну давай, соображай. Там есть инструкция еще. Так вот. Это как получается. Что-то вот. А что там за мотоцикл такой? Гоночный, что ли? Не знаю, может. Я что-то вот его собираю, это только мне вот. Надеюсь, что я его быстро тут соберу. Ну давай. Я тоже надеюсь, что у тебя быстро получится. Ты сейчас что собираешь? Раму? Так, ну что там у Егора у тебя? Вот он мотоцикл. Получился, он сейчас вот уже заканчиваю. Вот,
Вот у меня получился какой-то мотоцикл. Прикольный мотоцикл получился, да? Да. Ну давай дальше теперь будем. Правда, мы ему тут делаем чуть ли не полчаса. Давай дальше смотрим, что там в других киндерах. Маша и медведь, да? Ну, давай посмотрим, что там у тебя. Распаковка. Тут прикольно, наверное, должен быть киндер. И полегче киндер должен тут быть. Ну-ка, ну-ка. Вот это не вылупилось. Это просто. А это быстро открылось. Оно какое-то мягкое. Это потому что другой киндер. О, как снежная Маша! О, прикольно. Ну-ка. Ну-ка покажи. Маша какая. И написано на Маше киндер. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. О, Алисе понравится эта Маша, да? Да. Ну давай, здорово. Сейчас Алису позовем. Алиса любит с Машей играться. Я, кстати, тоже Маша попалась. Она киндер открывала. А какая с Машей попалась? Так, а Алисе попалась вот Маша художница. А. Это как, короче, у вас скоро целый набор будет. Маша художница? Да. А, вижу. Ну-ка, давай дальше. Что там еще? Какие у тебя еще остались? Еще вот такой вот медведь вот этот. А, это из Animal Planet? Ну, давай посмотрим. Там, наверное, прикольные должны быть животные. Там, наверное, должны быть такие животные. Тут должна быть какая-то профессиональная игрушка, потому что это из канала, да. Вылупляется из тычки. От кого? Ну-ка, давай быстрее. Интересно посмотреть, что там. Мне тоже, кстати, вот этот по-настоящему уже интересно. Ой, тут нож. Или что? О, прикольно. Да, это тюлень. Тюлень. Вот тут вот есть даже. Это целое. Как мы с тобой тюлени. Мы с тобой. Да. Ну, мы с тобой моржи, потому что мы ходим с тобой в прорубь купаться, да? А это тюлень. Ну давай, собирай. Давай посмотрим, что здесь. О, целый тут. Целый зоопарк. Еще, водный. Еще с обратной стороны. А, ну вот нам как раз попался такой вот. Тюлень попался. Егор сейчас нам его или соберет. Это да, это из канала. Animal Planet. Тут даже показано, где они обитают. Забраться. Да. Ну-ка покажи, какой получился. О, прикольный такой получился. Да? Мы такого видели в этом году. Куда мы ездили? В Анапе в это. Да. В дельфинарии. Нет, это было в прошлом году. Уже ну, в прошлом году, да, было. И он там такие эти делал. Интересные номера. Ой, упал. Красивый такой морж получился. Давай дальше смотреть, что там осталось это еще. Это тюлень, это сказать. Ой, тюлень, это мы с тобой моржи, ну, потому что мы в прорубь ходим. Две кунг-фу панды. Ну давай, одинаковые они будут или нет? Нет, навряд ли. 10% там, что они одинаковые. Вылупляется. Ой, как оно упало. Вылупился, как бомбочка. Вылупился быстро. Давай посмотрим. Так, что с панда? Это что такое? Панда. О, панда какой-то. Так, вот тут вот есть вот инструкция. А она мне уже попадалась, уже в других кинах. Я знаю, куда это. Ну-ка, что там? Давай посмотрим, что там. Панда. А нам кто попался? А нам попался вот этот вот панда. Толстый, который в зеленом жакете, да? Ну-ка, давай, собирай, посмотрим, какой он получится. Ты так, папа, сказал? Крутой панда? Не, папа, ты так сказал, толстый, который. Так, вот это вот, да, это спасибо. Я забыл, как опять как эти вот крепятся. Прошлые фигурки забыл, я опять вот забыл. Так, я вообще это не мог понять, как они крепятся. А это он стоит на чем, на пне или на траве? Трава зеленая. Как же тут? А, я понял опять. Это же за ноги вот там крепится. Угу. Они сочиняют за ноги, а за этот. Получилось? Нет, еще вот второй. Сейчас вот так же. Вот.
Ну-ка. Панда. Давай это посмотрим, какой. Блестящая. Да, прикольный панда получился. Он на траве стоит. Он вообще какой-то. У нас такого не было, да? Нет, у меня такой был. Там, а, был такой? Ну, еще до этого. Там, вот там, когда мы там покупали. Это он стоит, наверное, учит других панд искусству кунг-фу. Потому вот что так. Такое выражение лица у него, как у учителя. Да, вот так. Это из кунг-фу панды, наверное, из новой серии. Вот ну, давай, что там еще остался последний? Последний киндер Егор открывает. И что там будет? Что там будет за панда? Только я. Тут вещь. Так. И кто нам мастер Сплинтер? Нам попался мастер Сплинтер. У меня, кстати, такой еще не было. Не было, да? Смотрю там. А кто это такой мастер Сплинтер? Это учитель кунг-фу панды и всех. А, всех, учитель всех? Ну-ка, давай посмотрим. Учитель там всяких животных. А, ну это вот они все герои кунг-фу панда, да? А как его зовут? Учитель Сплинтер. Тьфу-ты, это в черепашках ниндзя учитель Сплинтер. А это кто? А это как там? Он преподает кунг-фу, как всего. Ну ладно, это, короче, учитель кунг-фу. Как да? его? Там тут должно быть какая-то мяточка, что ли? Тут кунг-фу панда 3 из фильма. Я же говорю, это из нового фильма, который вот еще не вышел или скоро должен выйти. Нет, он уже вышел. Уже вышел? Но мы на него еще не ходили. Так, и как тут? Ну все, да, собрал? Да, посмотрю тут, вот, куда он крепится. Так ты же уже все собрал, по-моему. Вот он, вот так вот, он вокруг шеста крутится. Ну, прикольно, ну-ка, крутани его. И он должен крутиться. О, ну-ка, дай посмотрим. Да-да-да, он вот так вот стоит. Так. Нет, а зачем ты его так роняешь? Он просто крутится вокруг. Нет, у папы еще вот тут вот в инструкции. А, его его нужно раскручивать. И он как бы сам это вылетает оттуда, да? Ой. О, у Егора вообще он улетел. Вот он. Ну-ка, дай посмотрим. Да, это он так вот. Такой вот раз, его раскручиваешь, и он улетает. А Егор уже начал киндеры кушать. Ну, показывай теперь, что у тебя там, какие получились. Сколько киндеров, сюрпризов. Нет, тут их не видно. Ты около себя поставь или в руку возьми и покажи. Держи. Так. Потом еще панда и морж. Ой, морж, тюлень. И панда еще, да? Ну, сейчас вот их сначала принесу. О, классные получились киндеры, да? Папа, каких у тебя еще не было? У меня не было вот этого. Ой, вот этого. Вот этого. Вот этот уже был. И мотоцикл. У меня еще не было мотоцикла. Ой, вот у меня еще не было такого мотоцикла. Ну здорово. Ну и Алисе как раз достанется. Вот это? Маша. Маша, да? И вот это. А, грузовик. Ну, в песочке будет играть. Ладно, всем говорим пока-пока. Егор пока. Будет доедать шоколад свой. Подписывайся на канал в гостях у Лисы и Егора. Всем пока-пока. Ставьте палец вверх.